I don't know. Можно мне с тобой, отец? Мужайся, сын мой. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Так долго ждать? И вовсе недолго. А когда вернусь, посмотрим на фейерверк. Воронка энергии нестабильна. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Тихо. А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Ну, видимо, нет. Ай, Гюго! Привет. У нас тут, похоже, произошел какой-то сбой. Минуту. Ты! Больше ни капли, пока не расплатишься по счету. Спокойно. Он со мной. Я думал, вам отрубили голову. И это благодарность за спасение. Ты получил мое послание? Да, но тогда вы поможете мне уехать. Я оплачу тебе корабль от Марселя до Египта. Он идет через 4 дня. У вас есть догадки, где спрятан манускрипт? Кандерсе знал, что его разыскивают. Перед арестом он исчез на 2 дня и оставил вот эту записку. Манускрипт в склепе Людовика IX. Королевский склеп? А лучше берегитесь, месье. Стой. Так вот вы где.
Стой! Стой на месте! Что происходит здесь? Бегун, ты так себе! В очередь! Полегче, приятель. Готовься к трёпке. Не везет тебе сегодня, да, Виктор? Удачи, господа. Эй, ты! Стой! Ты что делаешь? А, бегу! Давай, работай! Уж тут тебе точно не место. Помощь наша в имени Господа, что сотворит небо и землю. И подойду я к жертвеннику Божию, Богу радости и веселья. Что за чёрт? Иди, баба! Отдюхи! Он скоро устанет! Взять его! Постой! Thank you.
Если вам приказано выгнать нас, знаете, вам придется применить силу, ибо добровольно мы отсюда не уйдем! Командовать — это управлять. А управлять — это править. В том-то и самая суть проблемы. Мирабо? Какое убожество. Да? Thank you.
своими кишками играться. Остановись! Боятся закона о подозрительных лицах. Сказал лишнего, отправился на плаху. А то он много знает о тамплиерах. Ассасинам он нужен живым. Найдите записи. Спасите Патона. Патон знает о тамплиерах практически все. Торопитесь, найдите его записи. У главного входа полно стражников. Пожалуй, стоит поискать другой путь в здание. Записи у нас. Ну а теперь пора спасать Патона. Сейчас начнется паника. Готовьтесь увести Патона. Патон бежал. Примените орлиное зрение. Найдите его раньше тамплиеров. Иди сюда! Я тебя выпотрошу, как и всякого! Не приснилось. Что вам от меня нужно?
Потом Фотон стал ассасином. Вы молодцы. Париж, 1792. В городе голод. Найдите Мерику и защитите провиант. Мерикур предупредила ассасинов, но отправилась воевать с орденом одна. Догоните ее. Точно Мерикур обронила. Мы уже близко. Отлично. Я узнала, где она. Что надо? Какой приятный фильм. Задержись! Досадно вышло. Эти болваны застали меня, когда я пыталась скрыться. Теперь они будут нас ждать. Придется действовать быстро. Я выслеживала эту братью больше месяца. Они крадут провиант по всей округе. Боже, что за черт? Я надеялась, что нас не заметят. Оторвать бы ноги ему. Догонять или ждать? Нечем. Мерикур доставит еду по назначению.